Привет, друзья! Вы на канале Ушастик Kids. У нас сегодня соревнования «Город героев» против «Бег за золото». А против них играют крутые пушистики из «Тогда». Смотрите, какие классные питомцы! Мы открыли всех-всех! И можно выбрать любого. Смотрите, какой забавный олененок у нас есть! Ух ты! И маленький милый олененок. Он, по-моему, рождественский. У него рожки похожи на конфетки. А вот эта птичка мне очень нравится. Милый котенок из «Дождя». Вау, очень классный. Даже у нас есть коллекция пони. Кого бы выбрать для соревнования? Ух ты, смотрите на Тома, напал большой енот. А этот что? А этот похитил Бена? Сейчас мы тебе покажем. А ну получай, ничего себе, какой он злой. Фух, хорошо, что песик Бен нам помог. Мы справились с огромным енотом. Ведь Тому сегодня придется насобирать 90 рождественских енотов. Всех-всех енотов ему придется поймать. А Морозный Том у нас соревнуется за кубок. Посмотрим, займет ли он первое место. И ура! Отлично! Морозный Том занял первое место, мои хорошие. Кстати, а вы подписались на канал Ушастик Kids? Скорее подписывайтесь, нажимайте кнопочку «Подписаться» под этим роликом. Нас собираем на канале 1 миллион подписчиков. Ну, конечно, до миллиона еще далековато, но мы будем все-таки стараться. Жмите кнопку «Подписаться» под этим видео. А у нас следующий на соревнования приступает, может быть, генерал или... О, Санта Том! Отправим его в реальные соревнования с реальными противниками. И, может быть, мы будем соревноваться даже против кого-то из наших подписчиков. Против Тома играет Кэт и Плей 7507, Анжела и Джинджер. Так, посмотрим, кто же будет первым. Морозный Том или реальные игроки? Так, ну а наш Супер Том выполнил часть миссии. И ему еще, конечно, енотиков многовато, но я думаю, он выполнит миссию хорошо. А наш крутой светящийся питомец из игры Даштаг едет на машинке. Кстати, можно выбирать машинки. Они дают две, вот эта машинка дает две дополнительные жизни, если мы во что-то врежемся. Ух ты, питомец! Впереди питомец, это, по-моему, поняшка. Нам нужно разогнаться поскорее, чтобы поймать эту пони себе в коллекцию. Догоняем питомца, появилась кривая мордочка, значит, мы можем уже схватить этого пушистика. Догоняй, догоняй, догоняй его. Отлично. А вот и наша няня в костюме медсестры. Мы поймали свою коллекцию нового питомца. Сейчас я вам покажу его поближе. Ну, а в игре «Бег за золотом» Санта занял второе место. И на первом месте оказалась Кэт. Кстати, друзья, а хотите получить привет от канала Ушастик Kids? Тогда обязательно подпишитесь на канал и в комментариях напишите ваше имя и фамилию, мои хорошие. И получите приветик на нашем канале. Так, мы выбираем следующего питомца из игры «Тогда». Так, кто это у нас тут будет? Сейчас посмотрим. Ух ты! Так, может быть, вот эту собачку возьмем или олененка. По-моему, крутой. Очень крутой олененок. И еще один песик. Отлично. Так, кого же все... Вау, вот этот сапнем мне очень нравится. Напишите в комментариях, какие пушистики нравятся вам. А вот это рождественский олененок. И у него, смотрите, у него носик светится, как фонарик. Очень классный пушистик. Ну, мы, короче, выберем летающую пони. И я даже не знаю, взять ли какую-то машинку. Вот на этой мы еще, в принципе, не катались. Можем ее попробовать. Так, посмотрим, сколько дополнительных жизней дает эта машинка. И вперед! Летающий пони убегает от няни. И нам нужно поймать новых питомцев для игры. Посмотрим, кто же нам попадется в этот раз. Машинка, кстати, крутая, но дает всего лишь одну дополнительную жизнь. Но это все равно круто. Так, наш супер-котик Том насобирал почти всех енотиков. Ему осталось совсем чуть-чуть. И он справится со своей новогодней миссией. Ух ты, взял магнитик, отлично. Так, давай, 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 осталось-то всего чуть-чуть, и миссия будет выполнена. Интересно, какой приз дадут нашему Супер Тому за выполнение такой сложной миссии. Целых 90 енотов. А ну, лови их скорее. Вау, приземляемся. Тут-то мы сейчас внизу побыстрее их насобираем. Давай, давай, давай. А наша супер-классная пони потеряла свою машинку. И уже мы, кажется, сейчас поймаем нового питомца. Ай-яй-яй, мы пропустили ключ от сундука. В сундуке бонусы. Кстати, в игре «Бег за золотом» супер-джинджер занял первое место. Он играет под моим ником Катя. Так, а мы тут в Диком Западе с поняшкой. Сейчас поймаем, по-моему, это енотик, воришка-енотик.
Ну, не знаю, догоним или нет, будем стараться. Сейчас постараемся догнать этого енотика. И давай, 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 поняшка. Отлично. Сейчас мы поймаем этого пушистика. Он уже почти у нас. Осталось только позвать няню с тележкой, чтобы забрать себе коллекцию. Вот он, воришка-енотик. Ну, а следующее задание из миссии «Странная зима» выполняет Супер Джинджер. Вот он в сиреневом костюме. И кто-то впереди снова громила енот? Ничего себе, он хочет помешать нам, не дать выполнить миссию. Ну, ничего, мы его разгромили, вы заметили? Получил этот енотик. Еще один колокольчик у нашего Джинджера, и он разгоняется еще сильнее. А против Джинджера... Ух ты! Тома, схватили енота, смотрите! Ничего себе! А, ну мы сейчас покажем ему, вот тебе! Ничего себе, получай! Хитрый енот! Фух, хорошо, что Том теперь на свободе. Эти громадные доды, они очень опасны. Мне кажется, они даже сильнее, чем босс. Хотя... В городе героев босс-енот очень сильный, его надо очень-очень долго по нему стрелять, чтобы выиграть. Так, а у нас Анжела Эльф соревнуется в соревновании с ребятами. И посмотрим, придет ли она в соревновании первой. Кажется, на последнее, самое на третье. В этот раз ребята обыграли Анжелу Эльфа, и она у нас самая последняя. Первое место Николь у нас заняла. Вот такой результат. Супер Джинджер у нас взял молнию и теперь катается на своем реактивном скейте. Его скейт мне, кстати, очень нравится, и он уже насобирал часть колокольчика, мои хорошие. Автор Даша у нас новый питомец, и он мне очень нравится. Это песик, песик полицейская или пожарная машина, ну, можно сказать пожарная. Мы на красной машине едем, она дает две жизни целых, два раза мы можем врезаться, и еще плюс дополнительная жизнь от нашего питомца. Так, ух ты, смотрите, как страшно тут, какая высота. И на этой высоте нам нужно поймать нового питомца в свою коллекцию, мои хорошие. Сейчас мы постараемся его догнать. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, наш щеночек упал, спасаем его скорее. Два бриллиантика стоит новая жизнь. И аккуратно, аккуратно, тут надо бежать, здесь прям реально опасно. Аккуратненько, вот так, проходим, берем монетки. Неплохо, но питомца мы еще не поймали, надо разогнаться поскорее. Кстати, какая из этих трех игр у вас самая-самая любимая? Напишите мне, пожалуйста, в комментариях. А еще, если хотите приветы, подписывайтесь на канал и в комментариях пишите имя и фамилию. Ну а мы поймали какого-то котика, по-моему. Это котик или я не знаю кто, сейчас я вам покажу его поближе. Так, в этот раз беги за золотом и третье место заняли самые последние, пока нас реальные противники обыгрывают. Ух ты, красивый питомец, так, Даш. Так, друзья, ну а теперь самое время для приветиков. Сейчас только мы выберем нового питомца, который у нас будет соревноваться против Супер Джинджера и против Анжелы и Ведьмы. Так, машинку мы, наверное, в этот раз брать не будем. Пойдем без машинки, и питомец у нас очень крутой, смотрите. Какой он красивый, это лягушка, лягушка-царевна. Кстати, лягушка еще не играла ни разу. Посмотрим, как она сейчас будет прыгать. Ну, а теперь приветы, мои хорошие. И первый привет получает Вика Гудожникова. Большой-большой тебе приветик, Вика. Лиза Янтимирова получает также огромный привет. Маргарита Крупскалова привет. И Ульяна Сыслова. Мартина Григорчук. Лера Сумка. Даня Савченко получает привет. Дима Селипанов. Аня Жадько. Лина Таравина. Ой, простите, Лика Таравина получает приветик большой от нашего канала. Димуля Бахтин, Полина Девяткина, Настя Берлинская, Лиана Алаганян получает привет, Настя Ивановна, Варвара Васильева, Федя Калатовкин, а также София Громова и Полиночка Родина привет получает. Так, сейчас посмотрю, кто там нам еще комментарий писал для канала «Ушастый Кит». Это Саша Меркулова, ей тоже большой привет. Ольга Шпилева, Алина Агаджанян, Альбина Соловутина, Вика Куколинец, Даша Панькова, приветик ловит, Вика Щеголь, Катя Любовничева, Дима Копысов, Валя Писарева, а также Аня Осинина, Маша Лихачева, Лена Косачева и Арина Кудрина приветик получает. Также у нас привет идти для Насти Селивановой, Саши Пустовой, Оксаны Чуевой большой привет и Иван Семенов, а также Мария Прилик получает привет от нашего канала. Вот такие приветы сегодня, друзья. Если получили приветик, ставьте лайк и не забудьте подписаться на канал «Ушастый Кит», а наша лягушка-плакушка взяла крутой сундук. Сундучок со всякими бонусами. Постараемся его открыть в конце нашей игры, друзья. Кстати, если хотите подписаться на мой инстаграм,
А ссылочка Инстаграма есть на главной страничке канала. Подписывайтесь, заходите на Инстаграм. И подписывайтесь на мой второй канал. Называется «Волшебный сундучок». На канале «Волшебный сундучок» серии про говорящего котика Тома, часть вторая. Про кошечку Анжелу будут новые серии. И также испытаем антистресс. Канал «Волшебный сундучок». Жду вас и там, мои хорошие. Но у нас снова первое место на... В игре «Бег за золотом» его занял Том Генерал. Джинджер выполнил все миссии и сейчас открывает бонусные коробки. Ну а на этом все, мои хорошие. У нас еще один енотик сейчас попадется. Всем пока-пока!